В Высшем совете Московской области принимают участие члены регионального правительства, депутаты Московской областной думы, руководители органов местного самоуправления муниципальных образований, представители правоохранительных органов. За достижение высоких показателей по отдельным отраслям экономики и социальной сферы лучшие муниципалитеты удостоены премии губернатора «Прорыв года». Ленинский городской округ получил ее в номинации «Чуткая власть». Премия в номинации «Чуткая власть» присуждается Ленинскому городскому округу. Глава Спасский Алексей Петрович. Эта премия вручается за повышение уровня доверия к власти. На заседании Высшего совета были подведены и итоги так называемого рейтинга 50. Он составляется по ряду показателей эффективности работы муниципалитетов. И здесь нашему городскому округу также есть чем гордиться. В этом году Ленинский округ занял 12 место в общем рейтинге 50 по сравнению с 34-м местом прошлого года и плюс 22 места. Я считаю, что это очень серьезный показатель. Вот как раз здесь, в этом сбалансированном развитии каждого показателя, я считаю, что основная наша задача на 2021 год. Также Алексей Спасский отметил, что данные итоги – результат конструктивного взаимодействия органов местного самоуправления и населения округа.